10 лет интересуюсь понять, почему это для людей бега спортивное удовольствие, а для нас с вами финансовая катастрофа. Клянусь здоровьем Синеды Ивановны, последний раз на бегах. Ну а теперь, товарищи, разрешите зачитать одно заявление. Дирекция Московского государственного ипподрома, оперный комитет, наездника Трофимова Ивана Сергеевича. Заявление. Прошу уволить меня с работы ввиду того, что я не бимбом. Наездник И.С. Трофимов. Как это понимать, Вань, а? Бимбом. А вот так и понимать, что смешить публику и быть клоуном я отказываюсь. Клоуном не буду, как бы вам этого не хотелось, Павел Николаевич. Разрешите мне, товарищи? Давай, Паша. Ни для кого не секрет, что в этом сезоне Иван Сергеевич не взял ни одного приза и 4 раза оставался за флагом. А на каких лошадях? Скажу откровенно, товарищи, дело не в лошадях. Вот Иван Сергеевич просит, чтобы я ему дал Гулливер. А я воздержусь, товарищи. Ни для кого не секрет, что товарищу Трофимову Ивану Сергеевичу минуло 64 года. Кому 64 года? Да, товарищи, по паспорту мне действительно 64 года. Но я еще, если хотите знать, жениться могу. Душевно поздравим, Иван Сергеевич. Пойдешь на пенсию и заживете супругой на славу. Ну как же я тебе Гулливера доверю, Иван Сергеевич? Посмотри, что у тебя с руками делается. Что ж тут говорить? Не те уж у тебя руки. Ослаби. Вы правы, и запрета быть не может. Как, товарищи? Разрешите. А потом заставляйте. В независимом от вышки обстоятельства прыжок парикмахера
отменяется! Товарищи, начинается первый женский прыжок! Сейчас прыгнет отважная работница нашего прилавка Марья Васильевна Трофимова! Вот ж никогда не думала, что ты такой трус. Мамочки! Вот вам и мамочки. Товарищ, давайте, давайте, давайте. Давать не будем. Проходите, проходите. Вот по этой лестнице, вниз, вниз. Трофимова! Где тут Трофимова? Вот она я! Тебе срочный пакет из Москвы! Врешь! Чего? Врешь, говорю! Ей-богу! Чего? Ей-богу, говорю! Получай! Давай! Обыкновенное чудо науки и техники. Говорящее письмо. Товарищ! Стойте, стойте, товарищи! В чем дело, товарищи? Давай, давай, обратно! Ты меня, Ванечка. Значит, собственная. Собственная, Ванечка. Значит, выиграли. Выиграла, Ванечка. А теперь качать приходится. Приходится, Ванечка. Небось, тяжело на старости лет. Тяжело, Ванечка. Дайте помогу, Евгений Федорович. Бери, бери, бери. Качай. Ты ногой попробуй. Хорошо, хорошо. Да нет, ты качай, качай. Качай. Ну, спасибо, Ванечка. Я поеду. Не стоит благодарности за такие малости. До свидания, Ванечка. До свидания, Евгений Федорович. Товарищи, запускаю. Дорогая внучка Маруся, приближается высокоторжественный день первого... Дядька говорит! Запускаю сначала. Скажи, пожалуйста, удобство какая. Товарищ. Дорогая внучка Маруся, приближается высокоторжественный день 1 мая. Приглашаю тебя, дорогая внучка, в этот радостный день в Москву на свадьбу. Ты, наверное, будешь ломать голову, кто же такое женится? Женюсь я. Ай да дед. Сейчас я с невестой Анной Никифоровной нахожусь в парке культуры и отдыха имени великого нашего писателя Максима Горького. И говорю тебе это говорящее письмо. Анна Никифоровна стоит тут же рядом и тоже хочет тебе кое-что сказать.
Шипите, Зотин Ильич. Это невеста стесняется. Товарищ. Граждане. Конечно, никакой такой особенной свадьбы не будет. Но вы приезжайте обязательно. Обязательно, обязательно, что это я растерялся. Городская тушуется. Видать, молоденькую берет. Видать. Товарищи. Граждане. Надеюсь, что тебя отпустят, хотя ты и писала, что председатель у вас псих, помешанный на автомобилях. Приезжай пораньше. Запускаю дальше. Приезжай пораньше. Хорошо бы 26-го, прямо на государственный ипподром, потому что 26-го я еду на Гулливере от Аметиста и Голубки 2 минуты 12 секунд 1600 метров. Любящий тебя дед, наездник и С. Трофимов. Мальчика. Вася. Уезжаешь, значит, мальчик? Ой, да, Вась, придется поехать. Только я ненадолго, дня на 4. Ой. Ну, или на 3. Знаешь что, мальчика? Я давно тебе собирался сказать, а вот сейчас скажу прямо и откровенно. Поставка ты то место, где нашего председателя прохватывает. Сейчас. Ой. Отсюда посмотреть как будто бы невысоко. Странное явление. Отсюда посмотреть опять высоко. В парашютном спорте долго раздумывать не приходится. Ой! Ой-ой-ой. Там что самое главное? Смелость. Подошел к краю вышки, бах, и кончено. А ты трусишь. Ты ведь оказался единственным трусом на весь колхоз. Единственным трусом. Положим, не единственным. А кто еще? Ты. Это почему? Я прыгнул. Полтора года по Маруське Трофимовой страдаешь, объясниться не можешь. Ну, это, знаешь, не твое дело. Легко сказать, объясниться. А чего трудного? Подошел, объяснился. И кончен. Ну? А ты трусишь. Ты понимаешь, Костя, когда я к Марусе подхожу, у меня глаз дергаться начинает. Что ж тут, дитя, канительщик-то? Дай-ка я за тебя встаю. Народ тебя пришло провожать, страсть. Ой, кто-то кто? Тоська пришла. Зинка с сестрой. Дядь Давыд пришел. Я тут зачем? Зинка, Кузьма Захарович. Васька пришел. Печугин? Да какой там Печугин? Зайцев. Это ж выйдет, тетя Анисия. Чего вам тут стоять-то? Я помоложе. Ну-ка, дитка, дитка. Тройным? Цветочным. Трус. Сам трус. Я не трус, я вот пойду и объяснюсь, а ты все равно не прыгнешь. Объяснись и прыгну. И объяснюсь. И прыгну. Вот сейчас пойду на вокзал и скажу ей прямо и откровенно. Пудра? Не надо. Сколько? 6,80. Ого, остальное за мной.
Вам что? Побрить. Вы что, смеетесь, что ли? Чего здесь делаешь? Дедушку ищу. Ну, я сейчас покажу тебе дедушку. Ой, пожалуйста, покажите. Чем прикажете угостить? Виноват. Вот что. Если можно, дайте нам две стопочки водки по 50 грамм. И бутерброды. Один с колбасой. Простите, гражданочка, это не вы разговаривали у подъезда с наездником Трофимовым? С дедушкой? Ах, так вы ему внучкой приходите. Ах, в таком случае разрешите представиться. Анатолий Петрович, горный инженер. Это мой помощник, Саша. Здравствуйте. Виноват. А бутерброд, кому позволите? Даме. Вы разрешите, я буду с вами откровенен. Последняя десятка. Во имя больной жены Зинаиды Ивановны. Святая женщина. Как вы думаете, какая лошадь придет первой? Воробей или гитара? Да ведь я не знаю, мама. Да ведь я вас прошу сказать только одно слово. Во имя больной жены. Воробей или гитара. Ну, воробей. Так, да. Ну вот.
третий номер. Большой. Только поскорее. Бутылочку Кагора. Кагора. Салат Оливье. Оливье. А даме, может, все-таки выпить, а? Может, сладенько? Нет. 6 пирожных. Слушай. Так вот, Маруся, вы разрешите мне вас как старшему так называть? Называйте. Сейчас мы имеем вербену, гайку, харьковчанку, ветерка и Змей Горыныча. Маруся, давайте не будем торговаться. Ну, пусть у меня Горыныч. Ну вот, заряжай на Змея Горыныча. Все? Все, пятый номер. На пятый номер 15 билетов. Долго звать приходится. Какой у вас дрянь? Мосвий трест. Дайте юбилейную коньячку. Арарат. Портвейну. Учук ламбат. Ну и что-нибудь легкое, ну, скажем. Шамкор. Мукузань или карачанах. Или шамкор. Или нет, дайте и карачанах, и мукузань, и шамкор. И потом перемените скатерть. Не в свинарник пришли. Сейчас перевернем. Значит, кого вы теперь считаете? Я ведь вам сказала, внучка. Ну, помилуйте, ну куда же ночки в такой компании? А я говорю, ночка. Да ну, помилуйте. Что тогда не спрашиваете? Я вам два раза угадала. Кого теперь? Ночка. Да говорит, ночка. Настаивает? Настаиваю. Значит, знает. Бегу. Седьмой номер? Седьмой номер. Виноват, граждане. Слушай. Поздравляю. Вот что. Подвозьте нам сюда еще парочку бутылок шампанского. Шампанского. И флакончик какао-шоа. Какао-шоа. Ну, что ты скажешь на это? Я говорил, им заранее все известно. Лавочка, Саша. Такие моменты в жизни не повторяются. Этой дури дед все выболтал. Ставь все на китайскую тушь. Она сказала? Она. Ставь все на китайскую тушь, и мы уедем миллионерами! Лавочка, клянусь здоровьем жены моей, Зинаиды Ивановны,
последний раз на бегах. Я извиняюсь. Что же, я извиняюсь. Неаккуратно поступайте, граждане. Свыше, чем на 300 рублей уходите. Чего вы волнуетесь? Получите сдамы. Сдамы? Рублей 65 копеек. Позвольте вас получиться. А где же горный инженер? Вот эти-то? Да какие же это горные инженеры? Они ушли. Вот. Ой, бабушка, что? Барышни, плакать перестаньте. Вас как зовут? Маруся. Марусь. Ну вот что, Маруся. Все равно мне вас в милицию везти. Рискните. Поставьте десятку на 5-й номер, ромашка. Ромашка? 5-й номер? Ромашка? Десятка? Стой! 5-й номер, 10 рублей. Больше все. Thank you.
чего вы, барышня, радуетесь? Ведь ваша-то лошадь вон она. Третья идет, ромашка. Так чего же мы на дядюшку-то не поставили? А кто же его знал? Ну, птичка. И второй год последний приходит. А теперь посмотри. Смотри, как чешет. Что ж теперь будет-то? Сейчас придется мне вас теперь в милицию везти. Наша ромашка идет. А где дедушка-то, где дедушка-то, где? Нет, дедушка твой там завяз. Раз будь умнее и не позволяй пользоваться своей добротой. А 35 копеек я вам сейчас принесу. Это что же вы делаете-то? И деньги вы получили, и харчи добираете. Довольно-таки некультурно с вашей стороны. Дура. Нашел дуру. Харчи на 300 рублей, он раз-раз. А бутылки и гражданского носить с тобой не полагается. Да. Нужны мне ваши бутылки.
тебя! Шампанское, пиво, водка, коньяк сосна, сладенькое какое-то. Макузань, портвейн, Шармаховская, еще что-то. И на дошке маленько квас осталось. Ну так вот что. Еще. Можно? Сегодня. Тогда, дедушка, вы больше не пейте. Еще на свадьбе гулять придется. Я на свадьбу не пойду. Пойдем, Маруся. Куда, дедушка? Да, действительно, куда? Туда, где должны жить старики. А старики должны жить поближе к своему кладбищу. Постигшие вас неприятности. Чего уж тут приятного? Бежал первым, а прибежал последним. Товарищ, не стоит. Не стоит так азартно расстраиваться. Ну, недельку-другую поживете, присмотритесь, а там работенку себе подыщете. Вот именно. Для начала мы с вами особо заноситься не станем. А поставим такую задачку. Вот нашу конюшню. Превратить в лучший конный двор по РСФСР. Погоди, Вася, по этой линии Иван Сергеевич уже потерпел свое фиаско, и не надо ему об этом напоминать. Конечно, человеку обидно. Бежал первым, а прибежал последним. Товарищ, я думаю, что такая крупная культурная единица, как Иван Сергеевич, могла бы великолепно справиться, ну, скажем, с должностью старшего счетовода в нашем колхозе. Правильно, Горчак. В 44 года гремело имя наездника Трофимова по ипподромам Петербурга, Москвы, Киева, Харькова, Одессы. 44 года наездник Трофимов растил, воспитывал и приводил к победе лучших рысаков нашей Родины. Многие завидовали наезднику Трофимову. Многие старались превзойти его удачей и славе. Одни честно, а другие обманом. Но никогда никому не удалось обмануть наездника Трофимова. Да и наездник Трофимов никогда и ни перед кем не слукавил. И только один раз Трофимов слукавил.
пришла старость и обманула его. А он слукавил. Будто не заметил ее. И не стало наездника Трофимова. Дедушка, не надо. Наездник Трофимов умер. И после этого вы предлагаете мне искать свое новое счастье в вашей конюшне. Или еще лучше начинать свой последний заезд в качестве счетовода. Большое вам, граждане, спасибо. Дайте мне папиросочку хорошенькую. Пожалуйста.
чем дело, товарищ? В чем дело, товарищ, я вас спрашиваю? Стой! 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 Давай, скорее, скорее, давай! Что случилось, Зофья? Лошадь угнали! Кто? Вора! Ага, сейчас! Да куда? Туда! Я окончательно опаздываю. Можно и до Ташкента. Зачем уезжаю? Есть люди, деточка, которые не умеют быть стариками. Им очень плохо. Но другим с ними еще тяжелее. Я это хорошо понимаю. Дедушка, ну ведь мы-то, ведь я-то. Ты вот что. Ты не смей плакать. Я терпеть не могу, когда плачут. Уехали. Ничего не сказали, не попрощались даже. Постой. Ты ведь только что спала. Как же ты сюда-то так быстро попала? Ну и горки. На каком Егорке? На нашем. Это кто же такой? Лошадь у нас такая. Не может быть у вас такой лошади. Дедушка. Да сколько от вас до станции? Километров 5 путь. Не может быть у вас такой лошади. Она что же, под седлом? Нет, напряжена. Трошки? Да. Как ее звать? Егорка! Перестань реветь! Не может быть у вас такой лошади! Нет, нет, не может быть, не может быть, не может быть! Вон она стоит, дедушка, вон она стоит! Знаете, что это за лошадь? Это лошадь международного класса. Через 3 года имя этой лошади будут произносить с таким же трепетом и уважением, с каким когда-то произносили имя Крепыша, и как теперь произносит имя Улова. Помни, Вася,
выводить каждое утро на росу обязательно. Будем, Иван Сергеевич, а как же? Ну, прощай. Счастливо. Идите к нам, Глазик, пойдем. Ну, Володь, ишь. Ну? Дня через три вернусь. До свидания, Анислава. До свидания, Иван Сергеевич. Счастливого вам пути. До свидания, товарищ. До свидания, Иван Сергеевич. До свидания. Корзиночку-то, мальчик, корзиночку-то. Корзиночку-то не переверните. Ладно, ладно. Ну, поехали. Поехали. Ну, бери. Ну, доброго пути. До свидания. До свидания, Иван Сергеевич. Кланяйтесь Анне Никифоровне. Идите Егорку, как синеньку ото. Беспременно, Иван Сергеевич. До свидания, до свидания. Батюшки, чайник кто-то забыл. Чайник, чайник. А сколько, ты говоришь, тут метров будет? Метров 20-25, так. 20-25, так. 20-25. Ну? Ну? Вот с самолета говорят, куда проще прыгать. Земли не видно. А ты прыгнешь, черт, когда-нибудь или нет? Интересно, что это в кооператив? Керосин или квас привезли? Так и есть, керосин. Да прыгай ты, черт, или нет? Что ты скажешь, Маруська вышла. А чего она делает? С возчиком разговаривает. Ну, что ты скажешь? Зайцев идет с бидоном. К Маруське подошел. А зачем подошел? Поздороваться подошел. Здоровается. За ручку здоровается. Смеется. Кто смеется? Она смеется. И он смеется. О, оба смеются. А, пошли. Прыгаю. Прыгайте, прыгать. Куда пошли-то? В кооператив пошли. Вместе пошли. Ну, ладно тебе болтать, значит, давай прыгай. Знаешь что? Отложим до завтра. Трус ведь ты! Трус, самый настоящий трус! Да что ты ко мне привязался, трус, трус? Если я с вышки прыгнуть не могу, так я трус. А ты с Маруськой не можешь объясниться, так ты не трус. Костя, стой, стой, погоди! Костя! Трус! Ты сначала объяснись, а потом обзывай. Слушай, ты меня не учи, пожалуйста, мы и без вас объясним. Вот объяснишься и прыгну. Вот сейчас пойду прямо в кооператив, там же в кооперативе я и объяснюсь прямо и откровенно. Даю тебе честное слово, Вася, объясниться, прыгну. Я объяснюсь и прыгну. Я люблю тебя, Маруся. Нет, я люблю тебя, Маруся. О, люблю тебя, Маруся. Обучаетесь, Евгений Федорович? Обучаюсь, Зотекович. Ничего, как-нибудь научитесь. Нет, уж видно, мне никогда не научиться, Зотекович. Поверите, просто сил у меня никаких не хватает. Измучилась я с ней совсем. Утром сегодня курицу Анисе Павловне раздавила, а сейчас вот. Сейчас вытащим, Евгений Федорович. Чего вы расстраиваетесь? Да нет, я не расстраиваюсь, Зотек. Да не расстраивайтесь, сейчас вытащим, что вы. Да. Ну-ка, давай, давай, товарищи. Давай. Давай.
Не на чем, не на чем, Евгений Федорович. Видите, тебе все в порядочке. А вы расстраивались. Теперь ничего случиться не может. Дорога прямая. Ну, еще раз спасибо вам, Зотья. Спасибо вам, товарищ. Спасибо. Спасибо. Счастливого пути, Евгений Федорович. До свидания. Поехала! Цыганка одна осталась. Последняя. Встречи или завивать будем? Завивать. Седьмой номер. Упряжной Мерин Баян. Мать светло-рыжая. Давайте. Характер добронравный. Предлагаю как лучшую лошадь нашей конюшни.
Вот. И это ничего. Только видно очень горячее. А запасные камеры-то у вас есть, Евгений Федорович? Кажется, есть. Что ты? А еще? Пожалуйста. Номер 28. Упряжная кобыла цыганка. Мать Караковая. Давай! О! Товарищ, товарищ, остановитесь на место. Вы, товарищ, поезжайте потихоньку, а мы с Анной Никитовной пешочку пройдемся. И это тоже ничего. Да, да. А что это тут происходит? По-видимому, какое-то большое начальство. Хороша. Нрав очень хороший этой кобылки. Предлагаю как лучшую кобылу нашей конюшни. А еще? Пожалуйста, номер 29. Светло-серый жеребец Егорка. Нрав добрый, характер очень веселый. Сейчас ты его увидишь. Давайте! На-на-на-на-на! Негодяй. Ах, негодяи вы, эти негодяи. Мерзавцы. Что же вы наделали, молодой человек? Иван Сергеевич, выслушайте меня. Сергеевич. Уходите вон, молодой. Выслушайте меня, Иван Сергеевич. Каких оправданий? Иван Сергеевич! Убирайтесь вон! Никаких оправданий! Убирайтесь вон! Уверяю вас, если бы Иван Сергеевич не уезжал... Простите, простите, я не понимаю, что вы говорите. Я говорю, что Иван Сергеевич еще не оправился от своего тяжелого потрясения. Он только что женился. Кто? На ком женился? Он на мне женился. Я вас очень прошу, товарищ, примите все это во внимание. Он ценный работник, прошу вас, не уходите. Ну хорошо, голубушка. Но я не уйду! Дедушка! Дедушка! Стой! Боже мой, какой красавец! Жеребенок огромных возможностей! Красавец! Прелесть! Прелесть! Что за лошадка? Большая! Большая вам! Гражданин Пичугин! Держите лошадь. Иван Сергеевич, выслушайте меня. Вы все уволены. Иван Сергеевич. Если вы разрешите, я вас на минутку покину. Пожалуйста. Большое, большое вам спасибо. Ребят. Чего ты тут-то плачешь? А что мне делать? Беги, объясни ему, дура, пока не поздно. Дура, бежать, да? Беги, дурочка, беги. Я люблю тебя.
Марусь. Ну, познакомься, это вот моя жена, Анна Никифоровна. Вот вы какая! Ну, что ж ты меня-то не поздравляешь, а? Ведь дедушка... Тебе что же, Анна Никифоровна, не нравится? Нет, нет, она мне очень нравится. Ну, раз нравится, так поздравь деда. Вот, поздравляю вас, дедушка. Вот я же Егорку доктор же отдал. Выменил на автомобиль, вон он. Дедушка. Подождите! Разве можно так лошадей баловать? Вы в наших краях быть не собираетесь, Евгения Федоровна? А что такое? Да старик у нас один заболел. Трофимов. Наш заведующий конным двором. А что с ним? От пищи отказывается. С кровати не встает. А между прочим, ни на что не жалуется. Я так полагаю, остывание крови. Ну что ж, Зофья, сегодня приеду, посмотрю вашего Трофимова. Ну, спасибо, Евгения Федоровна. Спасибо, счастливо оставаться. Егорка, подожди меня. Почему же пешком? Лошадь-то где же? Я лошадь вернула. Как вернула? Да так, назад вернула. Вашему заведующему конным двором. Евгения Федоровна, стойте! Понимаешь, подводит его к окну и говорит, вот ваше лекарство. Чудная женщина. Хорошая она. Нечего, нечего хвостом вертеть. Теперь ты от меня никуда не уйдешь. Мы еще с тобой поживем. Мы еще покажем себя, черт возьми. Раз вы нам лошадь отдали, берите машину. Да на колхозу нужны. Это нас не касается. Раз вы другую лошадь брать не хотите, забирайте машину. Я Зотьяхыч отдалю. И после Егорки, да что тут разговаривать? Извиняюсь, Евгения Федоровна. Мы колхозники, но не нищие, подарками не нуждаемся. Раз вы так ставите вопрос,
Я вас очень прошу, Евгения Федоровна, уезжайте. И уезжайте скорее, у меня тоже нервы есть. Я хочу выпить за докторшу, за нашу симпатичную, чудную женщину. Так пусть же сидит она в своей машине ЗИС-101 и крепко держит в руках баранку. Приезжай, граждане. Без заказа столик занимать не полагается. Садись. Едешь на большую дистанцию, сразу не вырывайся. Сначала немного попридержи. А главное, не волнуйся. Что вы, Иван Сергеевич, я совсем даже не волнуюсь. Шутка ли, ведь почти полтора года под вашим руководством проучился. Я совсем не волнуюсь, и вы тоже не волнуйтесь за меня, пожалуйста. А зачем же мне волноваться? Я за тебя нисколько не волнуюсь. Знаешь, Вася, это очень хорошо, что мы с тобой оба ни капельки не волнуемся. Ну да. Поезжай. Последнее? Последнее. Ой, съезжаются. Наш выход. Наш выход. Наш выход. Заряжай на Егорку, 4-й номер. Лошадь темная. Идет первый раз, придет, привезет огромные деньги. Не можешь она прийти, Анатолий Петрович. Лошадь колхозная, неизвестных родителей, едет какой-то Пичугин. Только он таких и выиграл. Так на Егор. На Егор. Подистан! Как вы хотите, а я пойду поближе посмотреть. У меня издаля нервы не выдерживают. Да тебе до чего волноваться? Ну как чего? Камзол, небось, я сшила. Ой, я пойду? Вот!
будете смотреть, еще больше нервы не выдержит. Как же вам, Павел Николаевич, не стыдно? Дожили вы до седых волос, внуков имеете, а всерьез говорить о старости. Старости нет, я вам заявляю совершенно официально. Вот вы обиделись, что вас мальчишка-сопляк Васька Пищугин объехал. А это не он вас объехал.
это я вас объехал. А я старше вас. В доме старости. И не думайте, пожалуйста, что это случайность. Еще раз поедем. И опять объедем. Это мы еще посмотрим. Заявляю вам совершенно официально. Во-первых, я вашего Ваську сам объеду. А во-вторых, у меня на конюшне, если хотите знать, такой Петька растет, что вашему Ваське 10 очков вперед даст. Ойли! Вот вам и ойли. Ну что, значит, повоюем, Павел Николаевич. Повоюем, Иван Сергеевич.